Исключить формализм в защите населения от чрезвычайных ситуаций призвал глав районов губернатор ЕО Ростислав Гольштейн. Подготовку к сезонным пожарам и возможным паводкам в 2021 году обсудили в правительстве ЕО во время заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Наша задача – обеспечить максимальную безопасность всех наших жителей. По словам первого заместителя главного управления МЧС России по ЕО Алексея Шапошникова, весенний паводок региону в этом году не угрожает. Сейчас идет работа по подготовке к пожароопасному сезону. Для предупреждения ликвидации природных пожаров спланирована группировка сил и средств в составе более 2500 человек и 420 единиц техники. 25 февраля проведена комплексная тренировка по подготовке к пожароопасному сезону. Особое внимание уделено Ленинскому району, который 3 года подряд испытывает все прелести затоплений. По словам главы администрации Максима Сироткина, контракты уже заключены на использование техники, приобретение грунта и мешков, пассажирского транспорта для возможной эвакуации населения. А вот установленные в прошлом году защитные сооружения, скорее всего, еще одно затопление не выдержат. Это показал анализ, проведенный в феврале. Данные валы своей водонепроницаемости не способны продолжительное время обеспечивать защиту от паводка. Мы провели обследование, произвели укрупненный расчет необходимых работ по укреплению, общая сумма 7,5 миллионов рублей. Глава региона Ростислав Гольштейн поручил найти возможность для выделения этих средств. Представители МЧС предложили главам муниципалитета взять подготовку под личный контроль. Алена Шот, Денис Листюхин, Новости 21.